Друзья, добрый день, еще пару работяг готовы вашему вниманию, ножи охотник и промысловый. Давайте по порядку по каждому пробежимся. Клинки на ножах из кованой стали Х12МФ. Спуски 2/3, фальшлезвие небольшое. Рукоять красное дерево падук, цвет так называемый антипотеряйка. Вставка из белого акрилового композита. Пропитана рукоять маслом Даниш. Польстер из латуни с проставкой G10. С каждым ножом будет темляк из паракорда с бусиной. Размер ножа охотник 260 общая длина, 132 клинок, 30 ширина, 2,8 обух. Это раз. Нож промысловый. Клинок аналогично. Кованая Х12МФ. 2/3 спуски. Фальш небольшой. Рукоять, как и говорил, также падук. Гарда, упор небольшой. Художественное литье из мельхиора. 275 общая длина, 147 клинок, 32 ширина, обух 2,8 также. Два ножа, друзья, в принципе, одинаковые по назначению, охотничьи разделочные. То есть дело вкуса, да, кому-то вот такой, кому-то такой. Клинки разные, да, по длине, по геометрии. Вот скос немножко другой. А так функционал плюс-минус одинаковый. Для туризма, опять же, можно использовать. Подрубить, подстрогать, пищу приготовить. Как все говорят, колбаску порезать. Отработает себя на 1000%. Ножны кожа погружного типа. Теснение, два подвеса. Все так будут выглядеть. На момент публикации, соответственно, оба ножа в наличии. По стоимости 3900 рублей любой.